В Орленке в рамках фестиваля визуальных искусств открылась выставка под названием «Волшебный гардероб». В экспозиции несколько десятков раритетных костюмов, головных уборов и самых известных сказочных фильмов киностудии имени Горького. Среди них «Морозко», «Варвара краса», «Длинная коса», «Конек-горбунок». Все эти костюмы когда-то носили Михаил Пуговкин, Георгий Миллер, Людмила Хитяева и многие знаменитые актеры. Большая часть экспонатов впервые представлена широкой публике. Выставка продлится до 8 июля, поэтому не упустите уникальную возможность и обязательно посетите ее. В этом году мы привезли фильм «Юбиляры» еще, которым 50, 30, 60 лет, костюмы, которые сохранились, и мы до сих пор чтим и почитаем, в которых снимались такие известные актеры, как Кристофер Бейл, это Бэтмен для наших ребят, известный. Он снимался в нашей картине «Мио, мой Мио». Была такая картина. Это был международный проект режиссера Владимира Грамматикова. И ребята смогут увидеть его костюм в одной из первых его ролей 30 лет назад, который он снимался.